Меня зовут Сэнди Маскот. Сегодня это третья серия нашего летсплея Майнкрафт. Сегодня мы снова учим Соню делать все наш. Сейчас. Так, все, мы продолжаем. Так, сейчас делаю дверь, чтобы была дверь. Так. Что я крадусь? О, все. Ты на шахте стоял. Вот такую пока коробку сделали прикольную. Мне надо дерево, вот именно такое. Такое, вот такое? Да. Что же тебе давал? А, у тебя закончилось? Да, и у меня другое дерево. Ну, сейчас я нарублю и сам сделаю нам дом. Не, давай я тебе дам топор. Да, у меня нет такого. У меня только 13 обычных. Все, возьми. И иди руби деревья всякие. Так, деревья, да. Так, топорик. Так, топорик. Я сейчас вот тут дострою, пойду сделаю кирку и пойду. Это нам свет еще надо будет, стекла как-нибудь добыть. Ну, да, буду я. Так, где у нас шахта будет? Давай внутри дома. Угу. Ну, сразу подошел, сразу. Так, а доску у меня сколько? 3%. 18. Все, делал доски можно, да? Так. Что? Так, у меня знаешь, сколько уже это? У меня 16 досок. Пойду добуду дерево. И я сделаю нам печку. У меня 64 досок. Молодец. Так. Давай, иди, делай нам домик. А где дом? А, вот он. Давай скинь все дерево. Все? Да, все. Умеешь же скидывать? Да. Все, спасибо. Я пойду сейчас сделаю нам дом. Идти еще рубить? Че? Идти еще? Не. Хватит? Да хватит. О, дверь. Ты что, не видела? Нет. Так, пазы. Окошки надо будет еще расставить. Что сделаем? Ух ты, печка. Как ты печку взял? Так, из камня добыл. Ведь у нас Соня будет. Почти. Ну, я пойду. Так. Темно. Ну, сейчас будет светло. Тебя. Сейчас я добыл немного тут березки. Давай я пока окошки сделаю. Угу, давай. Так. Забери дерево. Да? Это я там окошко сделала. Я не вижу дерево. Дерево, доска. Так, все, три сделали. О, красиво. Сейчас будет очень светло. Ой. Че? Что это? Ой, я куда-то... Да шахта. Сейчас вот тут уголь. А как ты сделал светло? А, сейчас тут ну, потому что в печке уголь делается. Да? А ты? Не лазь в печку, да, что там уголь. Нет. Да. Так. Нет. А как ты огонь добыл? Ну, что там в печке само так. Вот сейчас вот ставлю факела, чтобы было светло. То есть вот эти можно было закрыть, да? Да, ой. Пусть будут окошки.
Так. А что-то я это выключил. Да. А она сама, как готовишь, она сама а выключает. А что ты готовила? Ну, у меня уголь делал. Короче, я сейчас... А, у меня кирка, сделаю камеру. А, кровать надо сделать, да? У тебя же шерсть есть? Осталось? Шерсть, да, есть две шерсти. Иди сюда, в дом. А, ты в доме? Я в доме. Сломай их. У тебя же дерево есть? Дерево? А, нету? Нет. Вот, я сейчас скину, вот, возьми. Зайди в верстак. Сейчас. Верстак! Зашла? Не тут. А, в смысле? Вот. Вот тут? Да. Угу. Так. Где кровать? Жив, у тебя сколько шерсти? Две. Две раз тоже. А, ну ладно, тогда не знаю. О, котята меня на воде. Нет, у тебя одна шерсть. Одна? Да. Блин. Все, ладно. Я сейчас приду, добуду шерсть и сделаю нам кровать. А, из овечки, да? Да, ты пока что-нибудь поделай. Так, там что Александр делать? Невский. Ну, сделай еще окошки. Шахту ты уже сделал, да? Да. Блин, короче, овечек. Слышу их, но найти не могу. Где-то вот тут. Может, в шахте? А в шахте что будет лежать? А там всякие мобы будут, всякие руды, железо. А там зомби не заведутся? Там есть. У меня же я включил мирную, не будут. Потому что вообще невозможно. Соня возьмет. Потому что меня каждый раз мелкий убивал. Ню-ню. Чё? Овечку слышала? Да. Насти не было, Настя его О, кровать не было. Вот вы все бабы, говорят, как поступаете. А тебе шерсть надо? Шерсть нет. О, вон овечка. Можно я убью овечку? Можно я? Ладно, иди. Ура. Топориком. Вот, говорит. Соня опасная теперь. Не, не надо подходить. Ты возьмет кого-то, зарежет еще топором. Все. Готово. Я ты что, в шахте, да. Что ли? Уже темнеет. Ну, уже давно темнеет. Да? Да. Что ты сделал там? Я тут уже копаю. Я дверь прикрою. Я к тебе. Я с тебя киркой нету. У меня топор есть. И что? Топором не копают. А где ты факел добыл? Сделал. Как? Ух ты. Отличный проход. Бу! А тебя напугало. Мне не страшно. Длинная у нас шахта. Ты что, в ней? Да. Я сзади тебя. Господи. Не делай ничего. Я испугался. Да, кирка сломалась, пошли. А как кирка может сломаться? Ну так. О, у меня же каменная. Ой. Ой. Это что тут такое стоит? Вот это что, как тут понимаешь? А, зачем ты вверх идешь? А куда идти? Бу! Вниз выйдешь? Ладно, я пошла за дверью. Диорит добываю. А блин, тут фиолетовая фигня может быть? Кофелету. Ну, бабушка фиолетовая, ты говорил, не ломать ее. Эндермен? Угу. Тогда это чего? Это моб. Ну, а, обсидиан? Ну, его алмазной киркой ломается. А ничего не взорвется? Нет. Я
Там темно. Человек, там темно. Поставь факел. Япа. Молодец. У тебя сколько факелов? Два. Осталось, да? Ну. Надо было один замес, потом второй, третий. Ну ладно. Думаю, пока это... Да? Здравствуйте, это кто? Извините, нет никого из... Есть. Да, дорожку очистить. А, нет, они по телефону разговаривают. До свидания. Ворота сделали. Это ля, вот, нан. Не знаю. Ой, ты куда уже ушел? Ой, темнота. Что, у тебя факелы закончились, да? Ну, я вот тут покупал. Зачем такая огромная шахта? Ну, чтобы алмазы искать. Ой! Тихонько. Я поеду. Не, я пошла наверх. Ладно, иди. Я поеду. Все так. Ладно, сильно. И, короче, с вами был Димас Котс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ставьте лайки за Соню, что она такая, ну бас. Всем пока, до новых встреч.